Я заметил, когда у меня санкиртана прям вот забирает, забирает силы. На это мне понадобилось несколько лет, чтобы я это понял наконец. Сила на санкиртане теряешь, когда люди недовольны твоей проповедью. Вот тогда теряешь силы. Но когда к ним такой личностный очень подход, когда они берут книги, когда они уходят довольные. Вот как понять, человек доволен или нет на санкиртане? Доволен – это когда он вдруг расслабляться начинает. Он, знаете, он спешил, у него маховик в одну сторону. А в ногу такой раз, оп, маховик так успокоился, он раз, остановился. Потом даешь ему книгу, он берет, дает хорошие пожертвования, расслабляется. Все, маховик пошел в другую сторону. Иногда даже они идут в одну сторону, берут книгу, а потом разворачиваются и в другую сторону идут. А им говорят, стойте, стойте, вы же туда шли, что вы туда идете? Они говорят, а зачем туда? А туда не надо. И смотришь, куда они шли. Они шли в гастроном. Все, в гастроном не надо. Вот, и поэтому так. Ну, тело все равно, конечно. Тело, оно такое, но оно все равно из материальных элементов сделано. И поэтому за собой просто нужно наблюдать, как ты себя чувствуешь. Утром, например, когда выспался, все хорошо, встаешь, и такое настроение хорошее, приподнятое настроение. Но когда устал, то никакого настроения вообще нет. Это как каторга, вставать там на Мангаларате или вставать рано, читать мантру. Это такой первый сигнал, что мы устаем, и нужно какой-то баланс сделать. Иначе нас не хватит до конца марафона. В конце марафона, да, Кришна дает силы. Кришна дает силы, и даже поражаешься. Один преданный рассказывал. Я, говорит, подумал, ой, что-то в туалет мне хочется. И вот момент, когда он подумал, что в туалет хочется, он заметил такое приятное лицо. И он подумал, надо быстренько дать книгу. Подошел, дал книгу, и этот человек взял не одну, несколько книг взял. Он вдохновился, пошел к другому, и потом он опомнился, что он хотел в туалет через 4 часа. Он вспомнил, что он, оказывается, в туалет хотел. Вы знаете, то есть вообще все вот эти потребности тела, еда, сон, ну и так далее. На санкиртане не все уходит. Так, интернет. Интернет.